Новости информационного окружного агентства «Нао-24» станут доступны пользователям планшетов и смартфонов. Ненецкое информационное агентство «24» запустило мобильную версию портала. Для мобильной версии портала разработан дизайн и специальный интерфейс. Это сделано для того, чтобы пользователям было удобнее читать новости со смартфонов и планшетов. Обычная версия перенасыщена всякими сервисами разными. Это и календари, и карты новостей, много картинок очень большого объема. А мобильная версия представляет собой упрощенный вариант нашего портала. Соответственно, с учетом того, что интернет не очень быстрый, открывается все и читается очень удобно. Нету горизонтальной прокрутки, есть адаптированное меню специально для телефонов и планшетов. Вот форма поиска. В принципе, всем основным функционалом данная версия обладает. Для того, чтобы попасть на мобильную версию нашего сайта, достаточно в браузере в адресной строке ввести nao24.ru и будете автоматически переадресованы на мобильную версию, в которой есть на главной странице и лента новостей, и внизу рубрики. В мобильных устройствах облегченная версия отображается автоматически. Для тех, кому привычнее читать новости в прежнем режиме, в меню есть функция «Полная версия». В перспективе планируется разработать мобильное приложение для телефонов на платформе Android и iOS. Разработчики рассчитывают запустить его к Новому году.